немножко не очень удобно расположена. Вот это слишком длинная подножка, и она мешает боковую подножку выпускать, зацепляешься за нее ногой. Ну, это небольшая проблема. Джентльмены, Kawasaki Z900RS. Посмотрите, какой красивый мотоцикл. Двигатель 900 кубических сантиметров. Мощность около 109 лошадиных сил. При 8600 оборотов в минуту. 4 цилиндра у него. Крутящий момент 98,5 метров. Есть на нем Traction Control, 2 ступени. И ABS. Никаких режимов, квикшифтера, еще чего-то нет. Вот, ну, проскальзывающее сцепление у него есть. Рукоятка сцепления такая простецкая, но, в принципе, легкое сцепление. Все работает как бы хорошо. Он идет в двух цветах у нас. Черный и вот такой вот. За него нужно доплатить 300 фунтов. То есть черный будет стоить где-то около 10 тысяч, чуть меньше 10 тысяч фунтов. Ну и плюс 300 за вот такой цвет. В принципе, мне очень нравится дизайн. Посмотрите, подножка, правда, немножко коротковата, на мой взгляд. Но это вопрос субъективный. А так, в принципе, да, ретро мотоцикл. Вот такая у него передняя вилка, 41 мм, перевернутая. Регулируемая, 120 мм ход. Сзади у него вот такой моношок, горизонтально расположенный. Ну, так, в принципе, неплохо тоже смотрится. Вот, ход у него 140 мм, он тоже регулируемый. Впереди тормоза, два диска по 300 мм, Kawasaki тормоза. Тормоза нормальный, передний тормоз нормальный, такой, не супер-супер, ну, скажем, крепкая четверка. Что-то на уровне Т120, неплохие передние тормоза. Задний тормоз, ну, такой средний, чуть ниже четверки я бы ему поставил, 4 с минусом, может быть. Значит, здесь стоит один диск, 250 мм Nissin. Вот такая у него панель, два циферблата. Мне они очень нравятся, два циферблата. Вот один показывает, значит, скорость, другой тахометр у нас. Вот, они мне очень нравятся. Особенно мне нравится, что на них нет этих маленьких окошечек электронных, а вот такое есть все-таки более-менее нормальное окно, в котором вы можете видеть передачу, там время, пробег и так далее. То, что можете настраивать. Вот, зеркала. Очень хорошие функциональные зеркала. Выглядят они, ну, нормально. Классические они выглядят, что от них, да, собственно, ожидать. Нормальные зеркала. Вот. Органы управления тоже стандартные. Никаких вопросов к органам управления нет. Поворотники, все работает. Все работает хорошо. Единственное, вот эту банку, конечно, я бы поменял. Что-то она так выглядит, как анализ мочи, честно говоря. Ну, что это такое? Нет, это мне не нравится. А вообще, да, посмотрите, форма бака, прекрасный бак, кстати, очень удобно за него держаться коленями, ну и мне нравится цветовое решение, очень-очень-очень все достойно и красиво. Вообще качество отделки, все такое, ну, такое хорошее, в общем, все так на уровне. Вот, радиатор, ну, радиатор, может быть, на радиаторе вот эту планку можно было как-то получше сделать. А так вот, да, вот смотрите, 4 трубы. О, какой двигатель здесь, какой двигатель. Просто чистое здоровье. Вот. Значит, тут LED у нас фара. Тоже очень симпатично все. Да, прекрасно. Все прекрасно выглядит. Сзади ручка есть, чтобы его кантовать. И пассажиру можно держаться. Вот LED фонарь у него. Все это очень и очень хорошо. Вот, значит, тут у нас, как его называется, сиденье. Сиденье очень мягкое, широкое, на нем можно долго ездить. Мне оно тоже очень и очень понравилось. Ну, давайте заведем мотоцикл, послушаем, как он работает, потом сядем на него, ну и попробуем еще развернуться и так далее. Все как обычно. Такие еще детали вот. Ох, все так. Ну все, все, хватит, давайте, нет времени. Ну что, джентльмены, посмотрим посадку. Вот, как видите, до земли я достаю совершенно спокойно.
ну, не совершенно спокойно, почти полностью, практически можно считать, что достаю. Мой рост 171, то есть если у вас 175, то вообще у вас ноги будут еще и согнуты. Вот, то есть как бы с этим проблем никаких у невысоких людей не будет. Дальше, посадка сама. Ну, еще раз, мне кто-то говорил, что вот там посадка более спортивная. Нет, я так не считаю. Сидишь довольно прямо. Можно пригнуться, если надо. Можно чуть-чуть двинуться. Можно придвинуться и вообще сидеть абсолютно прямо. Вот, то есть, как бы, можно двигаться. Посадка очень-очень удобная. Смотрите, все, руки лежат как надо, только точки согнуты. Все супер. Сиденье мягкое, подвеска не жесткая, можно ехать долго. Прекрасные зеркала. Вот, мотоцикл сам по себе верткий. То есть никаких вообще проблем с этим мотоциклом нет. Очень хороший мотоцикл. Ну, давайте заведем его. Такой вот у него звук. Так. Вот труба. Труба – это полная труба. Звучит он очень хорошо. Мне это очень нравится, этот звук такой вот, этот четырехцилиндровый. Ну вот, давайте попробуем его развернуть. Вот разворачивается, посмотрите. Прекрасно. Много места ему не нужно. Очень хороший для разворота в городе мотоцикл. Впереди у нас колеса на 17. Вот такие. И сзади тоже на 17. Про резину ничего сказать не могу. Вот. В общем, я не пытался тут ничего наваливать, я не, как говорится, ничего. Вес мотоцикла 215 килограмм. Это уже с жидкостями. Этот прекрасный бак 14,5 литров. Не сильно много, но и не сильно мало. Сиденье, которое мне тоже очень нравится, 835 миллиметров. Высота, но она не чувствуется как высокий мотоцикл, он не чувствуется как высокий. Вот, поэтому, ну, 835, был бы еще на 10 миллиметров пониже, вообще был бы мой самый любимый мотоцикл. Колесная база 1470 миллиметров. Этот мотоцикл производится непосредственно в Японии, насколько я знаю. Но могу ошибаться, это то, что я слышал. Но, в принципе, очень-очень красивый мотоцикл, правда? Вот такой, кто любит ретро, вот эту классику. Да, вот очень-очень хорошо сделанный мотоцикл, и такой дизайн у него, и все у него прекрасно. И мне он тоже очень нравится. Мне он тоже очень нравится. Мне нравится его звук, мне нравится его ускорение, мне нравится его управляемость. Очень-очень хороший мотоцикл, джентльмены. Ну вот, вот и все, что можно сказать по осмотру. Поехали дальше.